Друзья, всем привет! Димашу Кудайбергену в обычной жизни никуда не скрыться от внимания девушек. Особенно в Китае. Даже в кафе нет покоя. Все хотят хотя бы парой слов перекинуться с артистом. Вот один из случаев. Димаш пил напиток прямо из банки и увлеченно залипал в смартфоне, когда его окружили милые поклонницы. Им хотелось не просто понаблюдать за артистом со стороны, а поговорить с ним и по возможности сделать комплимент и выразить свое восхищение. Самая смелая из поклонниц сказала: «Ты красивый сегодня!» Димаш отвлекся от смартфона и переспросил: «Что? Еще раз?» И девушки хором сказали: «Ты красивый!» Димаш с улыбкой ответил: «Да!» Друзья, а что вы думаете по этому поводу? Ведь красавчик Димаш, не правда ли? Напишите об этом в своих комментариях.